Задание с долгой историей. Долгой и печальной. Когда-то это был замок. Настоящая крепость, твердыня, готовая выдержать любой удар. Оно пережило немало суровых зим. Чего не скажешь о его жителях. Монастырь, где живут совсем не монахи. Последние 100 лет здесь держат тех, кто не угоден государству, но кого нельзя убить. Внутри полно выживших жертв последней войны, которые мы должны были победить. Но, похоже, в политике как на ипподроме. Поставишь не на ту лошадь и окажешься здесь. Родился Джон в обычной шотландской семье в городе Глазго 21 сентября 80-го года. Он был поздним ребенком, и поэтому родители его старались беречь. Его отец держал аптеку, а мать была домохозяйкой и иногда помогала своему мужу в его день. Джон не отличался хорошими отметками в школе по точным наукам и дисциплине. Как обычно бывает, если у парня в школе не даются точные науки, то неплох в другом деле. И это дело из воспитания. Он с детства был крепышом и любил вступать в конфликт, защищая слабых. Но в школе его не сказать, что боялись, но хулиганы старались держаться подальше от него и на его глазах не приставать к тем, кто не может дать отпор. Кроме самой физкультуры, Джон увлекался футболом и играл в молодежной команде от своей школы. Играл он в полузащите, и со временем даже его хотели пригласить в молодежную команду за Глазгоу. И далее он бы мог уже построить свою карьеру профессионального футболиста. Но карьера футболиста не удалась Джону. Вместо футбола он выбрал армию, пренебрегая всем советом. Почему же он выбрал вместо блестящей карьеры футболиста армию? Всему виной террористические взрывы в Лондоне, как позже будет известно, что теракты рук Макаров. Он руками арабских наемников воплощал в жизнь свои планы. В то время его отец отправился по делу бизнеса в столицу, и дело было рядовое. Нужно было подписать новый контракт с поставщиком по причине его окончания. И он находился в одном из взорванных поездов лондонского метрополитена. Узнав трагическую новость, его мать оказалась в больнице с сердечным приступом. Пока мать Джона находилась в больнице, Джон не отходил от нее ни на шаг. Через месяц мать Джона выписывают из больницы, и Джон, приняв решение, отправился в армию с целью во что бы то ни стало вступить в ряды САС и делать все, чтобы в Англии больше подобного не произошло. Мать его, конечно же, отговаривала, но он решил для себя. Героями делает их преданность, любовь к ближним и к родине, желание защищать и охранять. Их поступки взвешены и решительны. Они поклялись служить на благо других, за ребят, готовых пожертвовать жизнью за право остаться собой, за честь, за родину. После военной подготовки в армии Джон подает рапорт на вступление в ряды САС, и вместе с ним подают рапорты еще 124 солдата. Но САС является элитным подразделением Британии, и туда не так-то просто попасть. Из 125 солдат проходит жесткий и интенсивный отбор лишь 10 солдат. Джон же с трудом попадает в САС. Только самые выносливые и сильные подчиняемые кандидаты становятся военнослужащими САС, сказал офицер САС рекрутам. Мой отец погиб под бомбой террористов в лондонском метро, как и остальные ни в чем не повинные люди. Эти террористы, кем бы они ни были, должны ответить за это. И плевать, кто за ними стоит. Позвольте мне пройти дальше. И, я клянусь, я сделаю все для этого, даже если придется умереть. Офицер скептически отнесся к словам Джона, но после недолгого диалога с другим офицером САС, Джону прибавили эти 2 балла. И 10 бойцов отправляют на базу в Крединхилле, в 21-й полк. Там и Джон получает свое прозвище и знакомиться с отрядом капитана Прайса. Потом вылетает на свое первое задание. Почему же мыло? Нет, это не из-за инцидента в душе. Джон просто по своей натуре умеет выходить из сложных ситуаций. И на тренировке это подтвердилось. После событий, произошедших в Алтае, на том мосту смерти, Джон единственный выживает. Про Прайса он не знал и думал, что он погиб с остальными членами отряда Браво. Джон попадает в окружной военный клинический госпиталь Санкт-Петербурга. В госпитале он постоянно интересовался по поводу своей любимой футбольной команды и даже ухлёстывал за молоденькой медсестрой. В шутку разговаривал с стереотипами о русских и проворачивал в голове события, которые произошли. Вспоминал своих сослуживцев и стыдился, что остался в живых. После выздоровления к нему приехали пара ФСБшников для допроса. Еще бы, в военном питерском госпитале лежит спецназовец САС, и один из ФСБшников был Комаров. Вместо допроса получилась дружеская посиделка, в которой вспоминались прошедшие события, и чтобы помянуть падших, они направились в ближайший питерский бар. В баре Комаров говорит, что Прайс выжил и уже как месяц находится
правительства Британии. Он был в том же госпитале, что и Джон, только раньше выписан. Для Джона это была замечательная новость, но он не торопился покидать город. Он хотел как можно больше обойти местные достопримечательности, и он часто сравнивал Питер с его родным городом. Как болельщик, Джон не смог пройти мимо стадиона Петровск, и название его сильно смешило. Он представлял большого мужика, похожего на медведя, с бутылкой водки в правой руке и с мячом под мышкой в левой. Находясь в Питере, он стойко ощущал, что находится у себя в городе, и понимал, что русские такие же, как шотландцы или как британцы в целом, и что стереотипы всего лишь присутствуют для юмора. А Исаакиевский собор его сильно впечатлил, и после того, как он узнал, что он строился 40 лет, чуть снова в госпиталь не отправился. В гостях хорошо, дома лучше, он отправился домой. Вошедший в свой дом, мать Джона не узнала своего сына. Перед ней стоял суровый, накачанный 30-летний мужчина, потрепанный войной. Но она его видела еще тем мальчиком, который не знал, что такое война, и в его лице выражалась не суровость, а наивность. После отпуска он отправился на базу в Краденхилле, когда ее посещал американский генерал Шепард. Он набирал людей в свой отряд для особого задания. Подробности он не разглашал. Джону этот генерал не понравился, а Прайсу еще больше. Он слишком много произносил патриотических речей, как будто хочет усыпить внимание. По досье Шепард обращает внимание на Прайса и МакТавиша. Ему как раз нужны такие бойцы, и тем более они уже имели дело с русскими. Прайс, как старше по званию и опыту, назначается лидером отряда. МакТавиш повышается до звания лейтенанта и становится правой рукой Прайса. Шепард дает Прайсу задание набрать людей в ОТГ-141, и они начали отбор. Кандидатов было немного. Саймон Райли, Бак, Гарри Сандерсон и те пара друзей, Уолкфорд и Гриффин. Последние не проходят тесты, и остаются Райли, Бак и Сандерсон. Кандидатами были Райли и Бак. Сандерсон не добирал очков так же, как и когда-то МакТавиш. Вступление в ОТГ прерывает приказ командования САС. Отряд Прайса, в котором были МакТавиш, Райли, Бак, Сандерсон, Уолкфорд и Гриффин, отправляются в Сомали по ликвидации полевого командира. И в этом задании отряд Браво, неся потери, но выполняет задание. Бак погибает от выстрела РПГ, даже останков не осталось. А Райли и Сандерсон, находясь в непосредственной близости от зоны поражения, получают сильную контузию. Райли лишается своего лица, в буквальном смысле, сильный ожог, а Сандерсон прекращает говорить. Отряд возвращается на базу, где уже за Сандерсоном и Райли закрепляются позывные. Сандерсон получает позывной Роуч, таракан, выжил после попадания РПГ. А Райли, Гоуст, призрак, он начал носить маску с изображением на лице. МакТавиш любил подшучивать над новым стилем Райли, говоря ему, что шрамы украшают мужчину, и что он и так хорош, и любая девушка полюбит его, на что Райли негодовал по этому поводу. Отряд ОТГ-141 уже сформировался из бойцов Прайс, МакТавиш, Райли, Сандерсон, Уолкрофт и Гриффин. Но Шепарду показались два последних друга не совсем опытными. Он отклоняет их кандидатуры, на что Прайс возмущается и дело чудо-драки не доходит. Разнимают их бойцы Shadow Company и бойцы отряда Браво. В итоге два друга все равно не входят в состав ОТГ-141, и отряд ОТГ отправляется на Украину, где их ждет американский отряд Дельта по ликвидации еще мало известного русского, который еще покажет себя. После всех прошедших событий Прайс приезжает в Глазго с новостью для матери Джона. А что тут можно еще добавить? Когда сообщают, что твой единственный сын погиб, выполняя свой долг, и что его имя высечено на монументе в Харрифорде, она уходит в комнату Джона и закрывает дверь. Прайс сидит на стуле в некоторое время в прихожей и думает, что самое тяжелое работа – это сообщать матерям о том, что их сын погиб. Прайс уходит, закрывая за собой дверь.